мясное животноводство – это философия сельской жизни. Да? Пределом вашего развития вас будет ограничить только земля. Делегировать свои полномочия по доению коровы другим я не могу. Вот. Рентабельность этого бизнеса находится на уровне 25-30%. Но мы прекрасно понимаем, кто первый начал, тот в конце и на коне. Некоторое время назад у нас был выпуск «Ошибки начинающих фермеров». Этот выпуск получил очень широкий резонанс и очень много было вопросов. В первую очередь, основным негативным таким моментом послужило то, что наш герой начинал с 400 голов. Естественно, это серьезное вложение, капиталовложение в первую очередь. И был вопрос, какой же это начинающий фермер, если он сразу начинает с 400 голов? Поэтому мы решили задать еще раз вопрос Вячеславу. Вячеслав, ну, расскажите, пожалуйста, все же начинающий фермер, 400 голов, ну, это же тоже вложение, безусловно, тоже деньги, они откуда-то берутся. Расскажите. Ну, да. Ну, начнем даже со слова начинающий. Начинающий – это все, что вы только начинаете. То есть вы еще, извините за слово, дилетант. Ну, вы начинающий. Начинать вы можете как из 10 тысяч рублей, так и из 10 миллионов. Это все равно, даже и со 100 миллионов, все равно быть начинающий. Это стартовый капитал. Да, это стартовый, у кого он у всех был разный. Вот. Моей ошибкой было то, что у меня было очень много заемных средств. То есть мясное животноводство – это своя экономика, где можно применять, а где их нельзя применять. Скажем, вот мы сейчас вели речь о том, что с миллиона рублей можно или нельзя? Я говорю, можно. И даже можно больше поголовья заключить, это закупить. Можно на весь этот миллион, ну, заменить трактора. То есть трактор, ну, скажем, трактор стоит 200 тысяч, да? На 800 тысяч купить нителей, а на все остальное, на приобретение кормов, на приобретение ГСМ, на приобретение запчастей, можно уже использовать заемные средства под какие-то проценты. Они легко, как бы сказать, отбиваются, возвращаются эти средства. Но если вы будете, пойдете и возьмете в банке этот вот этот миллион, и вы его потратите на приобретение коров, нителей, то вам будет очень сложно и очень тяжело возвернуть эти денежные средства. Потому что рентабельность этого бизнеса находится на уровне 25-30%. Вот, соответственно, а банки, хоть они там и констатируют, что у нас 12% годовых, да, вы получите их на вас в сухом остатке, 18 у вас будет выйти, а если не 20 выйдет. И, соответственно, вам получится, что весь ваш бизнес, вся прибыль этого бизнеса будет уходить на погашение этих процентов. И у вас получится бег на месте без развития. Итак, развития без всего. Смотрим на стартовый капитал. Да. Оцениваем реальные возможности стартового капитала и заемные средства используем только для оборотных средств, которыми являются опять корма, является ГСМ, является ветеринария, является зарплата. Если вы хотите, уже и зарплата тоже является оборотными средствами. Вот только на это можно использовать заемные средства. Все остальное, техника, строительство, нетели, вы должны купить за собственные средства. Тогда у вас бизнес заработает. Угу. Вот. У меня была ошибка, то, что у меня была большая закредитованность, и поэтому я просто понимала, что от нее, пока я не сокращу эту поголовье, не погашу эту закредитованность, бизнес работать не будет. Или он будет бежать у меня на месте. И все. Я буду работать ради как работы. Как говорится, это, торговали, веселились, посчитали, да. Проследились. Да, это так. Ну, 30% рентабельности – это хорошее при депозитах 6%. Я бы посчитал, что лучше чем-то заняться, вложить их в другое дело, именно мясное животноводство. При этом, я же опять еще, то, что я приводил пример американских там фермера, что 100 голов – это реально держать и еще ходить на работу. Ну, у них там, почему? У них там земля очень дорогая, она там стоит 5 тысяч долларов, у них процентная ставка маленькая, да? Но у них земля очень дорогая. И при этом они зарабатывают, не сказал бы я, что они зарабатывают на одной голове
больше нас. Они там порядка 100-150 долларов в год на одной голове зарабатывают всего лишь фермер в Америке. И у них нет поддержки от государства, это все. Я общался вот с американским фермером, и они говорят, 100 голов у нас это нормальное явление, один, и еще на работу ходит. Ну, у них просто правильно организовано. Так что, начиная с миллиона, что такое 10 голов, 15 голов, ну, при 500 это сколько? Ну, 15 голов вы купите. 15 метелей вы можете купить. Через год это уже 30 условно. Ну, не 30, конечно, но хорошо, пускай там это 25. Ну, экономика этого бизнеса показывает так, что вы можете оставлять без привлечения потом заемных средств где-то порядка 20% поголовья. Угу. То есть, например, я сейчас приму решение, у меня вот 100 голов, да, я приму решение расширить свой бизнес. То есть для того, чтобы нигде не заимствовать средства, не занимать ничего, я могу всего лишь оставить, у меня вот 45 телочек, из этих 45 телочек я себе могу оставить где-то 22. Угу. 22. И тогда мне он сам будет развиваться, этот бизнес, при этом я буду получать зарплату. Угу. То есть у меня вся прибыль будет уходить в развитие. Вот. Так и тот же будет бизнес. Сначала у вас 15, на следующий год у вас там будет пополам 7. Вы можете себе оставить, значит, 3-4 головы. И так по чуть-чуть у вас пределом вашего развития вас будет ограничить только земля, пастбище. Потому что мясное животноводство – это пастбище. Все. Откорм, да, бывает и на пастбище откорм происходит, бывает в загонах откорм, а содержание телят – это пастбище. Обязательно выкул. Только тогда он работает. И при своих этих. А то, что касается земель, ну, многие должны понимать такую вещь, что у нас в стране 40 миллионов гектар земель сельхозназначения не введены в оборот. Это наследствие наше там советского, после Советского Союза. Вот из этих 40 миллионов гектар, 20 миллионов гектар это неугодие. То есть их никто никогда не спашет, никто их никак не отберет. И это есть земли, является потенциальным местом для занятия мясным животноводством. Теперь еще хотелось бы сказать некоторые цифры. Вот смотрите, в нашей стране на сегодняшний день 1 миллион 200 голов маточного поголовья скота. Производится говядины на уровне 400 тысяч тонн. При этом 400 тысяч тонн мы еще завозим себе. Угу. То есть мы обеспечены этой говядиной, именно про я иду, говядиной внутренней, всего на 50%. Вот смотрите, в Америке 10 миллионов скота, то есть у нас скота в 10 раз меньше. То есть что это, о чем это говорят эти цифры? Эти цифры говорят о том, что наш рынок пуст, его еще развивать и развивать. И вот для того, чтобы, вот, например, за прошлый год есть цифра, что мясное животноводство всего увеличилось на 1%. Он развивается очень медленно. Но мы прекрасно понимаем, кто первый начал, тот в конце и на коне. Вот то, что сейчас начнет, соответственно, в будущем он будет довольно к себе уверенно в своей жизни чувствовать. То есть есть даже в перспективе, есть что, какое наследство детям отдать. Неугодия их много, они кому-то принадлежат от неугодия. Ищите. Просто надо их искать. А самая ошибка, вот она в этом и заключается, закредитовать. Потому что многие диванные такие вот люди, которые, ну, хотят какой-то романтики или хотят просто поменять свой образ жизни. Я уже говорил, что мясное животноводство – это философия сельской жизни, да? Это другой склад ума. Вам не надо обязательно к 8 на работу ходить. Или почему я не занимаюсь молочным животноводством? Ну, потому что нам в 6 надо на дойку, в 6 я опять на дойку идти. Я все время привязанный, да? Как один сказал, делегировать свои полномочия по доению коровы другим я не могу. Вот. Мне как-то молочное животноводство по этой причине не нравится. Вот. Хотя там, может быть, многие говорят, что оно прибыльное во много раз мясного животноводства. Да, но это трудозатрат-то.
Выше гораздо. Да. То есть это очень много, я с вами согласна полностью. Я сейчас хочу, наверное, такую квинтэссенцию информации выделить. Итак, отвечая на вопрос, почему начинающий? Потому что есть некая точка отсчета, а до этой точки отсчета есть определенный капитал, с которым мы входим. И первое правило, которое мы должны запомнить для себя и уяснить, мы те деньги, которые у нас есть, тратим на капитальное строительство, на приобретение техники и на приобретение животных. То, что мы занимаем деньги, мы деньги, которые вкладываем в оборотные деньги. То есть мы приобретаем питание, корм, мы приобретаем там дополнительные какие-то подкормки, условно говоря, да, запчасти мы приобретаем, ГСМ мы оплачиваем, ФОД мы оплачиваем. Только в этом случае у нас хозяйство может развиваться. Но здесь есть еще все-таки очень важный момент, помимо экономики, о которой мы сейчас проговорили, вы вскользь упомянули о философии сельской жизни. Расскажите, что это за философия? Философия сельской жизни, вы встаете, да, кушаете, моетесь, собираетесь на работу, уходите с 8, и до 5 вы там на этой работе находитесь, да, и ждете, когда наступит суббота. Чтобы отдохнуть. Чтобы отдохнуть субботу и воскресенье. Вот. Здесь же вы планируете свой день сами. Вы сами решаете, когда вам, там, я не знаю, починить забор, когда вам там надо по погоде посмотреть, ехать сено заготавливать, когда сегодня я буду делать и это, сегодня я буду делать то. Во-вторых, нет этого бешеного ритма жизни, который, вот, например, раньше со мной был. Это постоянно телефон, который не умолкал, постоянно какие-то встречи, постоянно какие-то переговоры, постоянно это. Я просто это все закончил, и теперь у меня масса свободного времени, которое я провожу вот здесь на пастбище, провожу на ферме. И, соответственно, у меня поменялся мой распорядок, у меня поменялось многое в жизни. Я не стал никуда не бежать, не спешить. Я говорю, все как-то соразмеренно идет, день ото дня, своим чередом я уже планирую, что вот так вот происходит. И философия жизни, она и заключается в том, что вам придется жить по другому графику жизненному. Я уже сказал, что вот молочное мне не нравится, потому что там график вот такой, который в мою жизнь, меня не устраивает такой график. Вот, а здесь можно отлучиться, уехать, на 2-3 дня отлучиться, если у вас правильно все это организовано. Вот в чем вопрос возникает. Вот. Потом вот одну, когда экономику я просчитывал, а прежде чем ее просчитать, прям надо получить какие-то цифры. И вот, и я начал вести ежедневный, сколько времени я провел, занимаясь темой и темой. Вот интересная вещь произошла. Сотрудник офисный тратит в год 1900 часов где-то рабочего времени. Я потратил на все 1400 часов. То есть от зари до зари не получается, что я работаю-то. И то из этих 1400 часов 600 часов это была заготовка кормов. А именно обслуживанием животных получилось, что я всего 800 часов занимался. То есть время-то это мясное животноводство не надо на него столько много времени тратить. Если 800 часов поделить там, я не знаю, на каждый день, то есть всего в день-то 3 часа работаешь. Ну, Вячеслав, вы являетесь прям таким адептом, скажем так, да, мясного животноводства для вас. Ну, я с вами полностью согласна, что сейчас человек и очень многие люди, которые устали от бешеного ритма, они, безусловно, ищут некое отдохновение, скажем так, да. То есть здесь у нас получается, как минимум, мы можем входить с низким стартом, мы можем совмещать и потом впоследствии переходить. Уважаемые зрители, мы еще раз подтвердили то, что мясное животноводство – это один из видов бизнеса в сельском хозяйстве, который можно начинать и нужно начинать. Есть для этого рынок, есть для этого потребность, и есть для этого люди, которые уже готовы с вами делиться своим опытом. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите ваши комментарии.